такую прикольную штуку заказали для мытья пола. Будем с Анютой сегодня распаковывать и снимать видео. Принцип работы таков, что здесь есть резервуар с водой. Сверху тоже резервуар вот с водой. Мы сейчас с вами все туда нальем. Чистая вода прогоняется через ролики, моет пол и заполняет резервуар с грязной водой. Сейчас мы будем ее испытывать. Вот наш прибор на подставке. Он заряжается. И когда он зарядится, мы его испытаем. Также на подставке есть специальные такие места, где можно сушить валики. То есть, когда я ими попользуюсь, я вот сюда их поставлю сушиться. Вот он резервуар для чистой воды. Здесь есть отметка максимум. Мы его заполнили. Здесь у нас средства для различных задач, мультипурпоз, видите, то есть для любых поверхностей. И вот такой маленький пузырек для каменных поверхностей.
Thank you.